выставка часового искусства в Женеве – одно из самых ожидаемых событий года. Громкие премьеры, тысячи посетителей и несколько десятков старейших часовых мануфактур. Французский ювелирный часовой дом «Картье» основан в 1847 году. Специализируется на часах и украшениях, которые признаны предметами ювелирного искусства. О новинках этого года расскажу вам подробнее. 15 мозамбикских рубинов, более 600 бриллиантов, часы-браслет в единственном экземпляре. Мастера потратили около года на его создание. В этой модели прозрачный циферблат и задняя крышка. Можно наблюдать за работой скелетонизированного механизма. Для любителей классики коллекция Drive. Тонкие часы 6,5 мм. Лимитированный тираж всего 200 штук. Hello, how are you? I'm glad to see you. Франциска Гзель, директор по маркетингу в компании IWC Schaffhausen, рассказала нам про новую коллекцию Da Vinci. Для мужчин создали хронограф с вечным календарем из нержавеющей стали и в розовом золоте. Диаметр 43 мм. Водонепроницаемый. Часы для женщин, корпусы золота, серебро на циферблате и фаза луны. Раньше мануфактура ориентировалась на мужскую аудиторию. В этом году впервые акцент на женскую. Это новый тренд. 70% коллекции мы посвятили женщинам. Но есть модели диаметром 40 мм, которые подойдут и мужчинам, так как выполнены без излишеств, строго и стильно. А вот эти часы, которые на мне, диаметр 36 мм, предназначены только для женщин. Итальянские мотивы и у Одемара Пиге. Часы Royal Oak из белого и розового золота. Выполнены по старинной флорентийской технике. По браслету как будто постучали маленьким молоточком. Гордость новой коллекции – часы с секретом. 10 тысяч бриллиантов в сумме более 60 карат в единственном экземпляре. Мы нажимаем на кнопку, и бабочка оживает. Директор по маркетингу часового направления в Van Cleef & Arpels Рафаэль Мингам рассказал, разработка этих часов заняла около 6 лет. Еще одно роскошное украшение – ожерелье на застежке молнии. Шоколад, глубокий синий и изумрудный. Яркие циферблаты – тренд этого года. Рассказывает Шаби Нури, международный директор по маркетингу в Пиже. В этом году наша компания отмечает 60-ю годовщину выхода знаковой для нас модели часов «Альтиплана». Почти весь наш стенд посвящен именно этим часам. Некоторые из них выпущены ограниченным тиражом. А циферблат этих часов декорирован перьями павлина. Всего таких 38 штук. В этом году швейцарская мануфактура Пьеже представила и сверхтонкий турбион. Толщина не более 5 мм. Он еще и самый легкий. Вес всего 0,2 грамма. Ажиотаж у посетителей и прессы вызывают не только часовые новинки, но и звезды, амбассадоры марок.